Всем привет! С вами Кучер Александр. И в данном видео я вам расскажу, сделаю обзор на вот такую вот фольгированную циферку на подставочке. На данный момент гелий довольно хорошо подорожал. И не все хотят заказывать цифры с гелием. А сделать вот такую вот красивую цифру стоит практически так же, как просто надуть гелием циферку. Так вот, берем любую из фольгированных цифер на свое усмотрение, под свой заказ, там цвет и так далее, и подбираем под нее подставочку. Вот, например, цифра 5 малиновая, подставка из таких вот белых шариков с сердечками. Подставочка может быть любая, на любой вкус. Здесь четверочка из 5-дюймовых шариков. И украшаем вот хромированными, сейчас очень модными шариками. Делаем цветочки, обычные ромашки. И вот такую вот завитушку. Еще, так как у меня есть режущий плоттер, мы сделали вот такую вот наклеечку. Софийка. И еще я понавырезал таких вот бабочек. То есть как бы сделал эффект, что бабочки взлетают и летят где-то к надписи. И получается вот такая вот композиция. Можно с композицией, конечно, изобретать, что-то вносить свое новое. Можно добавлять каких-то фольгированных шариков. Очень много разнообразия, было бы желание и фантазия. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, кого что интересует, на все отвечу. Спасибо, до свидания. С вами был Кучер Александр.